Приветствую, дорогие друзья! Вас на канале «Полезные заметки». Сегодня несколько слов про первоцветы. Первоцветы – это удивительные растения, которые приспособились цвести именно тогда, когда в лесу на деревьях еще нет совершенно листвы. И в процессе эволюции выработались важные приспособления у этого растения, то есть зацветать в условиях холодной весны. Их отличие в том, что они, как я говорю, торопышки. Они спешат быстрее зацвести, как только сходит снег, и очень быстро развиваются, несмотря на весеннюю прохладу, которая бывает в конце апреля, в начале мая. И уже буквально где-то через 1-2 недели они зацветают, как только появились из-под земли, а уже через 2-3 недельки буквально у них появляются плоды с семенами, то есть они уже отцвели. Размножается сон-трава как при помощи семян, так и корневищами. И некоторые, кстати, любители-садоводы с удовольствием выращивают их даже на садовых участках. Даже при нулевой температуре они себя комфортно, кстати, чувствуют. Когда-то раньше сон-траву выделяли в отдельный род растений семейства лютиковых. Ну а на сегодняшний день, в настоящее время, его относят больше к роду ветрениц и сохраняя статус отдельной секции. Если говорить о том, что в природе сон-трава растет на пригорках, то в светлых хвойных лесах и на опушках смешанных лесов Европы, Азии, Америки, Канады тоже можно встретить это растение. Это многолетнее растение, как правило, от 5 до 20 сантиметров высотой, рассечены на концах листья и имеет один цветок. Цветок состоит из 6-7 лепестков разного цвета: фиолетовый, желтый, белый, красный, может быть, и в центре находится пестик, который окружен ярко-желтыми тычинками. По форме напоминает колокольчик или даже дикий тюльпан, я бы сказала. И уже в зависимости от вида цветки бывают поникшие либо смотрящие вверх. Плоды выглядят очень декоративно. Семенная головка представляет собой много собранных вместе орехов с длинной ворсинкой на конце каждого, и в результате образуется пушистый шарик до 5 сантиметров в диаметре. Это уже когда отцветает цветок и появляются семена бутон. Стебель здесь прямо стоячий, покрытый густыми мягкими волосками, и на его конце вот расположен такой крупный пушистый колокольчик. И самое важное напоминание каждому из нас: не стоит рвать первоцветы на букеты, потому что, как правило, пока вы донесете их домой, они уже завянут, а если даже этого и не случится, то в вазочке вашей они простоят совершенно, ну, короткий срок, где-то буквально полдня, и все, они все равно завянут. Лучше любоваться ими в природе, тем самым мы сохраним красоту для будущего поколения. Поэтому, дорогие друзья, всякий раз, когда вы будете гулять по лесу, увидите такие замечательные цветы в виде сон-трава, то никогда их не срывайте, полюбуйтесь, просто потрогайте, прикоснитесь, понюхайте, но не срывайте. Берегите природу для своих будущих поколений. С вами была я, Ксения. До новых встреч. Пока.